Так, ребята, я нашел настоящий грусть. Ну, никто не видим. Шапочка бархатистая, это все. Сегодня, значит, число у нас 1 августа 2023 год. Ну вот, рядом еще смотрим. Вот они стоят, груздики. Да? И сегодня удивительно, я ВКонтакте увидел, что женщина нашла грузди. Но я считал, что именно по осени их находят. Это как бы мое, видите, проверочное место в городе находится. Раз грузди тут появились, я, значит, завтра собираюсь и еду на свои места в лес. Вот так просто я собираю грусти. Я Бог, ребята, я Бог. Я всемогущий, видите? И вы в этом сами убеждаетесь. 1 августа найти, обычно я по осени их собирал. И тут вот. А мы их собирать не будем и прикладывать не будем. Чтобы они тут сидели и размножались. Наша индикаторная палочка.